Я приехал в Юту и встретился с президентом компании, с Крэгом Брэдли, с финансовым директором, со специалистами из других стран, с иностранными маркетологами, с представителями из Японии и других стран. И вы знаете что? Я понял, что это то, что мне нужно. Agile — это первая международная компания из индустрии MLM, которая всего за 5 лет открыла более 60 стран по всему миру. И это феноменальная скорость для молодой компании. Необходимо помнить, что компания Agile работает с продуктом, являющимся миллиардной идеей. Всегда рождается компания, которая готова подвинуть других. Она должна быть не похожа на других. Посмотрим на Agile. Система Agile способствует правильному времени приема питательных веществ, которые суспензированы в геле в необходимом количестве, а также оптимизирует всасываемость этих веществ и увеличивает их дальнейшую усвояемость. Компания Agile Enterprises сделала гелевый продукт, и этот продукт вытеснит все БАДы, которые есть на рынке. Почему? Это удобно, это просто, это усвояемо, это вкусно, это очень привлекательно. Чтобы сделать огромный бизнес, нужно иметь влияние на весь рынок, а не на одну часть. Смотрим на компанию Agile Enterprises. 65 стран открыты, во всех есть русскоговорящие. Через 15-20 лет мы будем говорить о людях, которые сегодня с нами. И я буду один из них. Я знаю, что кто-то из вас будет из их числа. И мы будем говорить о вас, как о партнерах Agile, о людях, которые могут сказать: «Да, мы были у основания компании, мы стали причиной ее роста, мы те, кто справился со сложностями». Впервые русскоговорящие получили такую редкую и удивительную возможность. И представители компании Agile очень хорошо понимают это.